В Кызылорде прошел турнир по мини-футболу памяти почетного работника образования Казахстана Мажита Утимуратова. Турнир памяти педагога проводится второй год. Призовой фонд – 1 000 000 тенге. В этом году в соревнованиях приняли участие 16 команд. Турнир Соревнования проходят на должном уровне. Принимают участие команды из районов, города. Такая маститая команда, как Байконур, которая играет в первой лиге. Участие таких команд, несомненно, повышает уровень соревнований. Цель одна – занять призовое место. Настрой и уровень команд хороший. В финал вышли 4 команды из 16. По итогам решающих матчей места распределились следующим образом. «Престол» со счетом 7-6 обыграл «Капстрой» и занял 3-е место. Очень напряженной была борьба между «Азамат Пен Орионом» за 1-е место. Основное время закончилось ничейным счетом. Судьба матча в пользу «Азамата» решилась в ходе серии пенальти. Победители и призеры награждены денежными премиями и ценными подарками от семьи Мажита Утимуратова.